Визит сотрудников службы судебных приставов для Дмитрия Зайцева стал неприятной неожиданностью. Несколько месяцев назад на улице ему выписали штраф за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, который он так и не оплатил. По истечении 70 дней, по закону отведенных на погашение задолженности, в отношении него началось исполнительное производство. Мужчина оплатил штраф на месте через терминал. В противном случае ему грозило до 15 суток. Шел пеший патруль. Проверка документов и так далее. Ну, естественно, запах-то у меня есть же. Я из кафе недавно только выходил из пятерки. Ну, у меня патруль туда-сюда, мол, негоже гражданин в таком виде с запахом в общественном месте. Грешен, да, не оплатил вовремя. Вот. Поэтому, конечно, возьму себе на заметку, постараюсь не допускать далее таких случаев. Я нарушать не буду, по крайней мере, постараюсь. Штраф за распитие алкоголя на улице от 500 до 1500 рублей, в зависимости от крепости алкоголя. Самарцы такие штрафы оплачивают неохотно. Приходится сотрудникам службы судебных приставов регулярно отправляться в рейды, причем по вечерам, чтобы застать должников дома. Вот и этот раз не стал исключением. На повестке несколько адресов. Эффективность данных рейдов очень большая, потому что мы не только взыскиваем во время рейдов денежные средства, которые оплачиваются через терминал, но также именно проводим профилактику, чтобы в дальнейшем должники больше не совершали данных административных правонарушений. Только в Советском районе Самары возбуждено около 300 исполнительных производств за нахождение в нетрезвом виде или распитие алкоголя в общественных местах. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.